Мама, привет! Обрадовался чилийский защитник, а у нас штрафной пока. Алексис Санчес возле мяча. Пробил! Икер в порядке. Еще один удар. 2-0. Чили! 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 Сборная Чили удваивает свое преимущество. На исходе первого тайма. Еще один мяч влетает в сетку ворот Икера Касилиса. Парировал Касилис этот удар. И получил второй удар в тот же угол. Никого рядом с Арангисом не было. Он успел мяч обработать. Успел пробить носка. Но тяжело. Касилису здесь очень тяжело было. Чарлес Арангис. Ну, пошел Дель Боске на эксперимент, и он не сработал. Может быть, добавили атаки ширины, чуть разошлись фланги, но остроты было мало, недостаточно.